Да, Маша, зря тебя послушал. Идиотское, блин, решение. Абсолютно. Но на самом деле по снегу ехать можно. Да по снегу не тяжело ехать. По льду тяжело ехать. Ну, по снегу нормально. А вот по льду нельзя ехать вообще. Ну рассказывай, что стоишь? А, ты тоже фотоешь все, фотоешь. А я снимаю. Широкий угол? Да ладно. Ну все серьезно у нас, как профессионалы, да?